Всем привет, с вами Белоградком, и сегодня мы продолжим играть в игрушку под названием Kingdom Two Crowns. Соответственно, наливаем чок, усаживаемся поудобнее, сегодня у нас будет атмосферно-пиксельный контент. И, собственно, в этой серии мы возьмем и полностью зачистим этот остров. Господи, а сколько же вы мне говна всякого разно даете? Хотя на самом деле это не говно, это монетки, но не важно. Так, а... Это на самом деле сейчас не на видео подлагало, это меня какая-то херня возьмет. Не, все нормально. Так, ладно, народ, нападаем. Нападаем, сейчас уничтожим полностью всех этих неповадных нам супостатов. У нас больше тут нету рыцарей, как я помню, да? Блин, слишком много монет, я вам так скажу. Слишком много монет. Так, ладно. Это какая-то странная тема была, у меня немного подвисла игра. Надеюсь, с записью сейчас все нормально. Я бы даже на самом деле поставил бы на паузу и посмотрел. Ну да и ладно. Хотя на самом деле хотелось бы. А может поставить на паузу? А давай, а чё бы нет? Так, ну, перезапустил я. В общем-то, в принципе, с записью все нормально. Только единственное, что какой-то бред происходит с игрой. И я потом зашел, у меня в итоге все равно бред остался. Так, ладно, вот этим вот всем нужно пацанам монетки отдать. Он возьмет? Он не возьмет. Возьмут эти пацаны. Ты возьмешь монетку? Не берет. Ну-ка, подожди. В смысле вы не берете монетки? Вы чё, все? Не хотите больше? Серьезно? Ну, ладно. Чуть такое. А, понято. Да, вот эту штуку можно, по идее, прокачать. Куда ты идешь? Куда-куда? Все, уходи оттуда. Так, ну и что? Давайте тогда им будем помогать. Так, нет, это не та кнопочка. А, да и все нормально. Это другой шифт. Будем опять использовать нашего грифончика по полной мощности. Кстати, я могу тут... А, ну я могу так ходить. Так и все нормально так получается. Эх, ну ладно, будем, короче, нажимать постоянно на Shift, в надежде, что вот эти пацаны больше не выйдут. Я думаю, они возьмут монетку, да? Блин, я надеюсь, что мы выдержим сейчас эту всю херню. В общем-то, игрушка уже что-то как-то более-менее ослабла. И всем, видимо, надоело смотреть одно и то же, поэтому я не знаю. Давайте в этой серии вы наберете, там, не знаю, ну, 6-7 лайков. И тогда я буду знать, что вам она нравится, и мне ее продолжать. Не набираем, то тогда следующая серия будет последняя, народ. Вот такой вот стимул вам оставлю. На набор лайков. Не, ну а просто в этой игре, по идее-то, ничего не происходит. И я бы на самом деле бы взял другую какую-нибудь игру, которая бы там побольше людей посмотрела. В этой игрушке-то я, в принципе, все показал приблизительно. Все, хватит, не нападайте на моих рыцарей, они так уже бедненькие. Блин, и уже ночь идет. Только не говори то, что мы сейчас еще со всей этой волной будем сражаться. Вот я, господи. Такая жесть сейчас будет. Но мы, в принципе-то, завоюем сейчас вот эту всю херню. Не то чтобы даже завоюем, а полностью уничтожим всех монстров. Так, мне вообще кажется, то, что сейчас громко достаточно игра. Да все, я даже не успеваю нажать. Так, ну все, мы уничтожили. Да? Да, мы уничтожили. А почему так громко-то? Слушай, вроде как 4-4. Или у меня громко. Как вариант. Короче. Я не понимаю, что это такое. Но, как я понял, она восстанавливается. Окей, хорошо, допустим, так восстанавливается. Вот эту штуку давайте прокачаем. А, только сюда должны люди дойти. Ну, в общем-то, ладно, хер с ним. У нас и так все замечательно. У нас все тут в итоге перемолото, перехололото и так далее. Короче, ладно. Переходим на наш третий остров. Мы зачистили первый остров, второй остров. И сейчас идем третий зачищать, что ли. Не знаю. В общем-то, тут больше ничего интересного нету. Вот на такой вот где-то я за... день зачистил я первый. А, нет, это второй получается. Да. Первый я зачищал еще давно, так что нормально все. Ну что, а я-то думал, то, что на меня кто-то нападет. Я уже прям, видишь, подготовился. Я там построил уже стенки и всю эту херню в прошлой серии. Странно, на меня в итоге никто не напал. Тут, видимо, немного полегче, чем Нью-Лэнс будет. Хотя хер его знает. Не узнавал, не знаю. Так, давайте сделаем побольше лучников. Давайте даже не лучников сделаем побольше, а вот этих вот пацанов. Почему этих? А потому что у нас лучников до хера, как вы видите. Зато вот строителей у нас мало. Ну и в принципе косарей у нас тоже не очень много, ну да и не важно. Так, ладно, народ, знаете, что я вам придумал? Давайте вы достроите вот этот вот кораблик сегодня, и мы отсюда нахер уплывем куда-нибудь в далекие теплые края. Как вам такая история? Мне, допустим, она нравится.
Что-то как-то много нужно вам денег. Да и не важно, у меня их до хера. А, кстати, точно, мы до сих пор играем за гламурную овечку. Видите, у нас гламурная овца на гербе. На гербу, гербе, я не знаю. А чё так много-то, действительно? Все, закончилось. Да и в принципе-то и... У нас все равно до хера денег, смотри, оба и все. И максимум. Если я сейчас еще возьму, они мне начнут падать. Так, что? Идем, наймем побольше людей. Я, кстати, правую сторону защищал, точно? Да, тут нельзя. Окей, идем тогда возьмем побольше крестьян. И сделаем из них продуктивных работников. Ну или кого там еще можно из них сделать там. В принципе, это и не важно, нас тут уже ничего не уничтожит на этом острове. Слишком много у нас людей и так далее. Я как понял, в этой игрушке, ну точнее в Тукронс, или Тукронс, неважно. Тут буду называть ее Тукронс, и хер бы с ней. А, нужно защищать, точнее это, не защищать полностью остров. В смысле, а я не ставил что ли разве? Вроде же ставил. А, я типа могу выбирать меж порталами. Интересно звучит. Так, ладно. Да мне уже похер о том, что у меня деньги падают, если честно. А тут их слишком много, так что нормально. Я, короче, я про что говорил тогда? Я говорил то, что можно это переждать зиму. Вот на таких вот островах. Все, пацаны, вы достроили. Нормально все. Так, пока довезите ее тогда мне. Я созову побольше людей. Как я понял, я могу вообще бесчисленное множество вот этих пацанов звать. Так, ну три сюда пришло. Окей. У нас эти пацаны пришли. Ну, пришел один, вот он. Ты пойдешь, кстати? Идем на кораблик. Идем покажу, что. Так, ну они, по идее, сюда сейчас не должны идти. Потому что якобы ночь, страшно, все дела. Ну ладно, ждем, тогда получается дни. Я, по идее, кстати, могу, по идее, это все скипнуть. Два раза даже, по идее, сказал. Ну, вы меня поняли. Блин, надеюсь... Не, смотри, один лучник бежит сюда. Так, ладно, это охотник просто был обычный. Да и рыцаря бегут. Окей. Ну вот сейчас вот у нас, по идее, будет рассвет, и я снова созову всех рыцарей. Потому что, как мы поняли, в прошлой, точнее, позапрошлой серии, можно сюда больше, чем два рыцаря засунуть. Сюда вообще, по идее, можно всех засунуть. Но, видимо, что-то им не нравится в этой ситуации. И они не идут. И у нас релакс FM, как обычно, да? В игрушке. Так, подожди, вот смотри. А, не, смотри, он еще бежит сюда. Ну ладно. Дайте мне уже рассвет. Хочу рассвет. Все, ну по идее рассвет. Так, созываем еще людей. И будем ждать до ночи. Да хватит мне столько давать монеток-то. Так, ну что, ждем, получается. Не, ну а что еще делать? Можно было бы еще, по идее, что-нибудь там на какую-нибудь тавтологию развести, либо еще на какую-нибудь водичку. Но это все идеально прям. Так, подожди. Мне сейчас нет, и по большей части интересно. Они бегут-то хотя бы? А давай проверим. Ну, сюда идут обычные крестьяне-то, это понятно. Как я понял, вот эти вот рыцари, которые у нас находятся справа, даже вот не дуют. Да? Ну да, стоит тут до сих пор. Эх. Не, ну, возможно, знаешь, как происходит? Возможно, происходит так, что тут по одному рыцарю с обеих сторон они остаются. А все остальные, которые лишние, они, по идее, должны сюда идти. Мы взяли двух рыцарей. Но сюда приплыл еще один. Помните, справа у нас было не... Там, два рыцаря, по-моему. А четыре. Что-то как-то так. И вот куда все эти четыре моих рыцаря-то делось? Но это пока такие легонечки, такие легкие приготовления к следующему острову. Занимает не так уж и много времени, на самом деле. Так, народ, ну я, как я понял, они сюда не идут, им вообще по барабану, да? Да, им по барабану. Ну ладно, что ж поделать. Идем тогда, уплываем отсюда. Ну а что еще делать в этой ситуации? Идем на третий остров, который у нас очень радужно принял в позапрошлой серии. Настолько радужно то, что... Опа. Да хотя похеру то, что мне скидывают. Ну давай, грифончик, ешь. Все уйти. Тебя только одного и ждем. Если что, это не я, кстати, выкидывать деньги. Опять же, это выкидывает у меня сам персонаж, потому что слишком много монет. Так, надеюсь, эта херня мне не даст никто монеток.
Так, ну и все. Гламурненько овца поплыла. Двое пацанов к нам теперь пришли, и все, переплываем на третий остров. Как я понял, если ты не захватил остров, то тебе придется его все равно перепройти. В этом сложности никакой нету, просто тебе лишний раз придется строить этот корабль. Точнее, даже не корабль. А короче, тебе, да, лишний раз придется строить корабль. Так, все, пацаны, я вас понял. Давайте, переходим на следующий остров. Так, следующий остров, это вот он, третий, и идем сюда. Плывем, точнее. Ой, какой громкий-то звук, а. Так, даровано. А в смысле? Тут постоянная зима идет. Стоять здесь. Слушай, а тут у нас сохранилось все. Даже лучники есть. Блин. Так, ладно. Но у нас сейчас тогда очень сильная такая обязанность у нас есть. Одна. Так, возьмем вот этих пацанов. Надеюсь, там я не стану. Короче, сейчас будет азёпа. Причем такая максимально сильная. Так, потому что, ну ты просто посмотри на этот бред, который тут происходит. Во-первых, тут орды идут огромные. Во-вторых, тут дохерища порталов. И в-третьих, у нас нету кристаллов. То есть, и нам, получается, их даже не дали, да? Замечательно, походы. Так, пацаны, давайте вы тоже пойдете. Две монетки, да, так уж и быть, на вас потрачу. Да, и кристалликов нету. И как это обозвать? Кристаллики мы просрали, народ. Ну, дальше смысла идти вообще абсолютно нет никакого. Не, ну здесь, конечно, кристаллики можно взять. Ну и ладно, хер с ними. Короче, нужно сейчас построить тогда, получается, вот этот вот фонтанчик, чтобы они ягодки там собирали. Мне в позапрошлой, опять же, серии написали в комментах, подсказали, что вот эти вот косари, они идут ягодки собирать зимой. Блин, а я-то думал то, что тут по-другому немного устроено. Ну и ладно, чё. Вот эту штуку срубить надо, и вот эту вот. Выполнить мой приказ. Так, подожди. Перед всем вот этим вот дерьмом, которое у нас тут происходит, знаете, что надо сделать? Надо срочно прийти вот сюда вот. Блин, а мы не успеем так-то. А мы не успеваем. Нет, блин, а? Ну ладно. Мне не нравится эта зона просто потому, что тут, ну вы видите, что происходит. У меня там нету этого, как его. Пацаны, вы можете побыстрее идти? А пацаны, между прочим, сейчас сюда придут враги. Как бы вас не напрягает то, что они сейчас там проломят дверку, пока вы тут вот пешочком так идете. А так же и будет сейчас. Так, ладно. Не, монетки мы не должны никому отдавать. Какие же полудурки, а? Может их вызвать? Ой. Ну и как это все по-другому объяснить? Пацаны, вы можете побыстрее идти. Ну, спасибо, народ, спасибо. Я тоже думал. А, ну так они тут уже во все щели херачат. Спасибо вам, народ. Вот полудурки-то, а? Я их пытаюсь сдерживать. Если это была только... Подожди, надеюсь, это была только первая волна. И что тут просто теперь у нас... У нас все нормально будет, да? Это все? И, конечно, даже вот это все почти что сломало полностью нашу оборону. Ну, потому что, как обычно, это, как я уже неоднократно говорил, это не стратегия, это псевдо-стратегия. Вроде как ты, тебе делают вид, что ты тут можешь за всем ухаживать, а по сути нет. Ты не можешь никого тут подогнать, перегнать и так далее. Вот они, кстати, эти пацаны. Вот мне они именно и нужны. Так, ну что? Тут, кстати, нет у нас торговца, так что будем страдать. Так, и что, будем переходить, ну, вот сюда вот, что ли? Или здесь построим что-нибудь? Ну, допустим, камушек у нас есть, значит, можно вышечку сделать. Замечательно звучит. Так, мы тут можем сделать что-нибудь получше. Блин, да такие неудобные вот эти вот ворота, ну честно. Так, это у нас кристаллики. А кто тут у нас вообще есть? Ну-ка, на-ка, мне интересно. У нас тут есть вот этот какой-то шалтай-болтай, хер знает где он. И вот эта вот херня.
Сколько у нас монеток? У нас до хера монеток. Печально, что могу сказать. Так, ладно. Но нам в любом случае нужно тут находиться, да? Блин, просто могут сейчас много этих кристалликов может выпасть. Я не могу туда дальше идти. Вот она вся проблема. Так, а насколько далеко тут? Тут есть где-нибудь... Я вот за этим камнем не вижу, вот за этими точными кустами не вижу. Там есть бугорок, где могу построить себе оборону? Видимо, нету. Так, ладно, вот эту херню нужно или не нужно? Пока не надо нам этого. Так, ладно, отдаем тогда все наши кровные на заработок, потому что нам это очень сильно нужно. Естественно, потом тоже с этим разберемся. У нас вот все равно нету половины людей, тут дохерища бревен, досок. А так, зачем я им даю монетки-то? Так, вот эту штуку тоже хочу прокачать, дай мне ее прокачать. Дай прокачать. Давай, я не понял, что за наглость? Король хочет прокачать эту херню. А почему не могу? Не понял. Так, релакс FM у нас продолжается. Так, я не понял. Мой грифончик негодует. Не, теперь могу. Сюда хоть кто-нибудь дошел? Я просто хочу посмотреть, что будет. Вот смотри, они, кстати, доходят, просто я ебала. Это сколько ты сюда идешь? И он будет косить? Слушай, кстати, а зимы у нас нету. Когда мы сюда перешли, она была, но она исчезла. Давайте тогда полностью заплатим. Ну, за вот эту вот херню. Так, ладно, нам пока что монетки дают. То есть еще не все плохо, мы хоть какой-то заработок получаем. Смотри, даже не херовый такой. Так. Вот это бы штуку улучшить. Мне еще монетки дают. Вот эта херня сейчас скоро отсюда будет выходить дохерища народа. Так, ладно. Надо уничтожать сразу вот эту вот херобору. И знаете что? А пацаны... Да кто мне там монетки-то дает? Давайте тогда вы вот эту херню прокачаете. А почему бы и нет, как говорится? Так, вот эту штуку не успели даже до сюда дойти. И все, думаю, нормально. Так, ладно, раз у нас все будет замечательно, то давайте тогда побольше наймем себе косарей. Не, ну раз все так хорошо, то почему бы и нет? А нам нужно больше косарей. Правда, денег у нас сейчас не так много. Так, ладно, давайте тогда прокачаем вот эту. Не прокачаем эту херню. Отбой операции. У вас есть монетки? Вроде как есть. Так, ну можно пока, знаешь... Всего-то трое не совпадает. Так, всего-то трое. А это значит... Что мы можем просто пока улучшить вот эту вот херню. И улучшить вот эту. Пока не будем прокачивать ее до максимума. Так что, думаю, нормально будет все. Да? Или нет? Если я сейчас прокачаю полностью... Ты зачем сюда идешь? Ну и же. А, ты идешь направо. Понятно. Ты идешь вот сюда вот. Окей. Так, вот эту тоже херню прокачиваем. До конца. И что, идем нападаем? Или не нападаем? Я просто чего боюсь? Я боюсь то, что вот этот третий остров нам снова принесет вот этих полудурков, которые будут нам все тут ломать. И я просто даже не знаю, как к этому дерьму подготовиться. По идее, нам нужны и катапульты, и херапульты, и там вообще жизнь, что нам только не надо. Так, у нас тут переходит в каменный век, мы переходим, получается. У нас сейчас будет каменно тут. Если до суда, конечно, дойдут люди. И где вы? Так, эту херню бы я тоже прокачал. Потому что потому все кончается на ону. Что-то как-то у меня не судьба по деньгам. И чего вы так долго идете-то? Кого я жду-то, я не понимаю. Опа, вот это вот здорово. Дай монетку. Ну, мне даже все дали. Это замечательно. Так. Что будем делать? Да вроде как все нормально у нас тут. Монетки у кого-нибудь есть, народ? У тебя одна монетка. Может быть, у вас больше? Одна, одна. Вы по одному кролику, что ли, каждый убил? А эти вообще какие-то немощные.
Поэтому и в лесу и находится, правильно? Ибо нефиг. Так, блин, надо пойти все-таки налево. Пока время есть, возьмем тогда кристаллики. Правда, зачем они мне сейчас нужны? И так места нету, да? Хотя бы 3 дай. Спасибо. Хотя 3 это максимум. Так, а вот эта вот штучка мне как раз и нужна. 4 кристаллика. Ты что, окаянный? Надо найти еще где-нибудь кристаллики. Черт делать-то еще. Так, окей. До сюда можем построить. А где мне взять еще один кристаллик? Так, вот это вот что у нас такое? Это у нас там бугорок или да? Я надеюсь, что да. У него другого выхода нету. Срубить я, к сожалению, не могу это дерево. Хотя тут вроде как... А тут? Тут тоже ничего не могу. Печально, что могу сказать еще. Тут тоже не могу, да? Эх, ну а что еще поделать? Вот такой вот гремучий лес. Народ, нам там ловить нечего. Мне даже не знаю, что делать получается. Так, у нас пока тут дохерища нищих бегает. Ну а что с ним поделать, как говорится? Надо как-то развиваться и в левую сторону. Нищих мы еще можем каждый день брать. А давайте и будем каждый день брать, почему бы и нет. Нищие, радуйтесь. Вы будете обычными крестьянами. Так, смотри, сколько у нас тут всякого разного говна. Так, ладно, вот эту штучку хочу прокачать. Хочу видеть ее прокачанной. А где у меня все солдаты? Не понял. А где мой рыцарь? Где рыцарь-то? Так, подожди. В смысле? Я же не мог только двоих взять. И тут они были, я помню. А ты что там забыл? А, видимо, как только они начали строиться, эти рыцари что-то тут заблудились. Понятно. Так, ладно. Будем прокачивать или нет? Вообще, по идее, хотелось бы. Ладно, давайте хер с ним. Прокачаем. Надеюсь, пока рыцари не будут никуда уходить. Вот эту штучку тоже можем, по идее, прокачать. А по факту пока не будем. По факту не будем ее прокачивать. Пусть у нас хотя бы некоторые костры будут находиться на базе. Нам пока не особо не нужны, так как я понял. Так, вот эту штуку тоже прокачаем. Тут ее будем до максимума качать. И вот эту вот херовину. У нас хватит хотя бы монет? У нас не хватит, блин. Это сволочи. Так. Ну, вот это тоже хотел бы прокачать. Давайте, короче, задачу еще сделаем. Перед тем, как будем нападать на вот этих пацанов, перекачаем тут все вот эти вышки в центре у нас. По максимуму, чтобы точно мы тут не погибли смертью храбрых. Так, ладно, мне нужно побольше монеток. Кто-нибудь принес мне золото? Нашему эгоистичному королю нужно золото. Вот прям срочно. Хотя не эгоист, а жадный, но не важно. Так. Что еще сделаем? Так, пацаны, вы тут пока стойте. Там уже по этому, по косарю херачит. Замечательная история. Там больше никого не было, что ли? Серьезно? Ну ладно. F этому оленю. Убили в итоге запасата его. Так. Вы пока мне не нужны особо. Ни у кого монеток больше нету, да? Не, ну там собирают, я слышу. Как же вы мне нравитесь, пацаны. Какие же вы прикольные. Так я вот, правда, не знаю, зачем мне, вот, допустим, вот эту вот лошадь брать. Если у меня есть грифончик. Так, это, как я понял, лошадь стоит, да? Да, это лошадь. Эту штуку нужно хотя бы вот это уничтожить. Так, ладно. Я буду ждать этого пацана. До конца. Там опять, кстати, монетки, как я услышал, собрались. Смотри, как они быстро работают. Прям замечательно. Тихо, господи, сколько же вы монеток мне сейчас дадите? А знаете, еще самое прикольное? Прикольное в этой ситуации то, что у меня постоянно будет правая сторона больше всего монетку приносить. Прям до херища. Там и кролики, и херолики, и вообще веселье будет.
Помните, я ждал? Так, ладно, знаете, что сделаем? Сделаем вот такую историю. Она же, надеюсь, сейчас не будет прокачиваться. Да, не будет, все, окей. А там кто у нас? Там у нас херня. Окей, возьмем побольше тогда вот этих вот пацанов. Так, монетки, по идее, можем уже сбрасывать, но нам они пока не особо-то и нужны. Блин, у нас тут просто этих рабочих до хера, но при этом ни одна из этих херней не пошла и не срубила ту дерево, которую я просил. Не понял. Чё за приколы? Тут работает один бедный чувак, который уходит отсюда постоянно. Так, ладно. Он срубил? Его убили, да? Он не срубил. Не понял. Видите, сколько монеток дают? При условии, что я недавно забирал отсюда, но не мог ему выкинуть монетки. Ну, лучникам. Потому что я сам собирал недавно. Короче, неважно. Ну что, пацаны, здорово. Пойдете вы все обратно. Потому что я мощный грифончик. Так, ну и все. А будет кто рубить это дерево, народ? Мне так-то это надо. Алло. Кстати, интересный момент. А если я сюда... Ну-ка, блин. А ну быстро. Быстро пошли рубить это дерево. Так, я не понял. Это издевательство какое-то над животными. Над грифончиком издеваются. Почему никто не рубит? Не, ну хорошо, хорошо. Допустим, сейчас была ночь. Вот сейчас, по идее, должна пойти, да? У нас тут есть кто-нибудь, кто может рубить? У нас тут нету, окей. То есть, по логике, сейчас должен сюда надорваться какой-нибудь работник, да? А пока ты надрыга... Вот, они бегут, все, окей. Все, нету больше вопросов. Пацаны, идемте, я вам покажу. Вот знаете, сколько я вас ждал? Дольше, чем русскую почту. Точнее, нет, это почта России, точно, не русскую почту. Ну, неважно. Ты, пацаны, вы долго будете? Вот наняли бы себе бы там лошадей бы или еще кого-нибудь. У нас вообще-то так-то это, есть сельдь, есть другая сельдь. У нас две сельди свободные. Один, правда, олень. А что вы делаете? И в смысле это сейчас было? Это был прикол, что ли, какой-то? Короче, как я понял, мне нужно эту херню уже сломать. Нет времени объяснять, идем ломать. К сожалению, у нас только один рыцарь. Ну и ладно, что, не судьба, значит. Блин, один рыцарь это плохо, слушай. Так, ладно, пацаны, я тут неожиданно придумал. Мне нужны деньги. Так, пока они там ломают. Точнее, пытаются ломать. Идем прокачивать наше главное поселение. Нам нужно больше рыцарей. Больше рыцарей, богу рыцарей. Потому что не хватит этого всего дерьма. К сожалению. А теперь. Я говорю, а теперь. Я не понял. Это развод на деньги какой-то. Так, ладно. Строим вот эту вот херню. Сейчас ее достроить получается. И мы сюда позовем нашего вот этого вот чувачка. Так, подожди, у нас другая проблема. У нас проблема в том, что сейчас, походу, там все подохнут, да? Справа. Надо хотя бы хоть как-то им помочь. И я про это что-то благополучно подозабил. Ну ничего, значит, все нормально. Так, возьмем вот этих вот пацанов, тоже нужны. Так, народ, вы там как? Живете? Вроде как живут, смотри. Замечательно, что могу еще сказать. Живут, значит, хорошо. Может, потому что меня тут не было? И тут мало кто выходил? Как вариант. Ну что? Видимо, у нас все замечательно тут складывается. Просто меня напрягает то, что они слишком близко находятся. Это, видимо, меня не напрягает. Так. Страшненько, страшненько врубай. У нас, по идее, тут красная херня. На нас сейчас пойдет огромный этот гоблин или что? Если пойдет гоблин, будет невесело. С другой стороны, будет все равно невесело. Вот смотри.
Страшная музыка была. У нас красная луна. На нас кто-то будет нападать или как? Марион пошел убивать. Да давай, давай, иди. Не мешаю я тебе. Я тебе, если что, обороняю просто. А вдруг сюда кто-нибудь придет, а ты тут один. В лесу. Еще давай вот эту штуку сруби. Пока есть время. Монетка, кстати, не выпала. Или где она не выпала? Окей. Все нормально, что ли? Не нормально, нихера. Так, ладно, на нас все-таки напали. Я попробую все х сделать в одну кучу. О, они почему-то убежали. То есть все-таки нормально, да? Но строить я тут все равно не могу. Ты не огорчай меня так, слушай. Тут у нас хотя бы что-то есть. Ну, есть эти пацаны, они нам, правда, не нужны. Прям на них, кстати, тут водопад стоит. Тоже печально звучит. Ну ладно, хер с ним. Где тут хотя бы... Вот смотри, одни камни, блин. То есть я, получается, вышки тут могу построить. Я ой как надеюсь, что слева у меня тем временем сейчас не херачит. Просто ой как сильно на это надеюсь. Так, ладно, я тут неожиданно вспомнил, что мне нужны кристаллики. Тут будут кристаллики или как? Без кристалликов мне и жизнь не мила так-то. Так, а кристалликов тут нету, не понял. В смысле? Тут, блин, я все-таки просрал эти кристаллики. Я же говорил, то, что это все херово кончится. У нас тут кристалликов было до хера. До хера и больше. Они были просраны. Но кто же знал то, что они просрутся-то? Эх, пресс-эф тогда. То респект за кристаллики. Так, ладно, ну что, может закончим тогда на этом? 3-4 минуты, я думаю, закончим. Пока что игрушка, она ну вот такая. Но тут как бы больше и ничего и не будет. Эта игрушка, ну чисто показать на пару раз. Может быть на стримах поиграть. Не знаю, кто ее будет полностью проходить. Но тут как бы другого варианта у нас попросту нету. Почему я вот эту херню не могу построить? Так что ладно, народ. Опять же повторюсь. Вряд ли, конечно, кто-то до сюда досмотрел, но ладно. Народ, смотрите, тут такой сейчас вариант. Либо я ее до конца прям прохожу, и тогда вы поддерживаете эту серию лайков и прошлую, точнее не прошлую, а следующую. Поддерживаете ее лайками. То тогда я понимаю, что ага, хорошо, значит это вам заходит, значит я это буду снимать. Либо вы это не поддерживаете, и тогда следующая серия будет конечная. И потом я уже беру какие-то другие игрушки. Не одну же игрушку только снимать. Так, подожди, я могу это построить или как? Или где? Могу, замечательно. Только давай по-быстрому, чувак, это очень нужно по-быстрому делать. Так, думаю, на этом все, можно реально закончить. Вот эту херню тоже построим сейчас. Тех, а ты что тут стоишь? Ты прям так сильно хочешь стать вот этим пацаном, что даже мне деньги даешь? Нихера себе ты. Да еще один там нищий хочет денег. Да лови, лови, не бойся. Блин, сколько нищих у нас, кстати. Может, лучников сделаем? Вообще, на самом деле, я не лучников хотел. У нас монетки для этого есть? Подожди, а что-то произошло-то? Подожди, ее сломали, что ли? Не понял. А что тут произошло? Только не говорите то, что ее реально сломали. Так, окей, я тогда задержу тут их. Как их умудрились сломать? Ладно. На этом я тогда закончу. Я сейчас за кадром тогда построю эту херню. Дострою ее. Давай быстрее. Да идите. Так, ладно, деньги тогда выкидываем. Ну а что еще нам делать? А куда ты стреляешь? А, в кроликов херачат. Молодцы какие. Я не понял, как тут она сломалась. Ну ладно. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите аннотацию, включайте аннотации и ставьте колокольчик вообще, чтобы было замечательно. Всем спасибо за просмотр, всем до скорых встреч и всем пока.